Agathe, you wrote of the enemy? Yes. Deep in the bayou, a dangerous imposter spreads real roots. He calls himself François Macandal, my own mentor. The leader, the priest, the brother, to whose cause I devoted my life. He was put to death by fire. I failed to prevent it. Who is this imposter, and what are his affiliations? This you will need to uncover. But first, preparations. François Macandal was an expert in poisons. This blowpipe was his. A fine weapon. A single dart blown from a distance will fell a man. You may use this to your advantage, if you approach in stealth. Так, выполнить задание за 2 минуты. Выбрать дротики с быстрым ядом. Нифига себе. Так вот как выбирать-то. Мачете. Так, мачете выберем. А тут... А, пистолет королевы Анны. Нет, нам дротики с быстрым ядом надо. Удерживая Q, чтобы нацелить оружие дальнего... Так, а как там выстрелить? Ой, не так. Ага, вот выстрелил. Так, нифига себе, нам залезть надо туда. Ага, залезть на ближайшее дерево. Да, все-таки Авелина умеет лазать по деревьям. Как и Конор. Так, Кью. Попали. Спрятаться в... Ага, понял, в суге сена. Классная сена, да. А, там надо удерживать Q. Все, понял, понял, понял. Я думал, еще надо правую кнопку мыши зажимать. Все, понял. А, как нам туда попасть? Ага. Да, не так легко, как я подумал. Вот так нам надо, ага. Давайте, давайте, давайте. Вперед, мамба. Где ты на наш... Встречай. Такой в жопе живет, капец. Тут негр. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bayou. To finance what, I cannot say. There is a smuggler. A woman named Elise Lafleur. She knows every bog and tangle of the swamp. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can motivate her. Good. When you get to Macandal, use your darts to approach. But remember, you will need to complete your mission using more direct means. Так, идемте дальше. Отправиться в убежище контрабандистов. Ну, отлично, теперь у нас и трубочка есть. Так, а там, кстати, какой-то плакат или что? Ну-ка, давайте вернемся назад. Откуда на болоте плакат? Вы можете мне ответить? Или там не плакат? Что-то другое, наверное. А, ну, конечно, это просто переодеваться. Понял, понял, понял. Я аж офигел, думал, и тут ему наклеили, блин, плакаты, кого ищут. Ну, просто похожий значок, как у Assassin's Creed 3. Там же такой же был практически. А это здесь означает, что меняются персонажи. Не персонажи, имеется в виду, одежда. 170 метров, ё-моё. Ну, хорошо, хотя бы трубку нам дали. Жалко только, навряд ли вот этот яд позволяет, как бы сказать-то... взбудораживать жертву. Ну-ка, давайте попробуем, смотрите. Не-не-не, зря я, наверное. Отменить стрельбу. Нафиг нам надо. Да, он по-любасу не взбудоражит его. То есть, что под моим именем означает взбудоражить? А, ну, раздражать, имеется в виду. То бишь, чтобы он своих калечил, а потом умирал. Навряд ли здесь такая
функция. Хотя, сейчас посмотрим. Усыпляющих дротиков, интересно, нет тут? Или пока что до этого момента нет? Так. We offer two choices. You give up the river? Or we take the river. Or you suffer before you die. Three choices, then. You dare threaten me? You bracket-faced parasite, I've no more claim here than the dung beetles. You'd best heed the lady. We have you outnumbered. Look around, old man. Your hired hands will flee at the first sign of trouble. Aye, but the lady's temper alone could take on an army. And the swamp is no friend of yours. Болотов они не знают. Чё-то мне кажется. Убить этого странника с помощью быстрого яда. Так мы всех перебьем, да и все. Или, стоп, может, не надо наоборот? Так, кто-то у нас уже палит. Ага, отравление. А тут вообще, посмотрите, какие стражники-то. Я думаю, наоборот, мы за негров. Оказывается, походу, не так. Так, следующую цель. Ну-ка, он не запалит нас? Не, смотрите, ему похрен вообще. Офигеть. Это бандиты. Ну-ка. То его просто вот так вот убьем и все. Так, спасти контрабандистов. Ага. Вот так они уже сражаются, ладно. Так, вперед! Как они заметили! Ничего себе! Ну, что-то они вообще какие-то ложки. Who the hell are you? A fine display of gratitude. I'm no enemy, if that's what you fear. I fear nothing. My name is Aveline. I seek the leader of these men. He calls himself François Macandal. You seek him? To what end? A final one. Ah, then you are my kind of woman. Name's Roussillon. My partner in crime is Elise. Though I've heard her called otherwise. Will you help me find their base? No one knows these waters as you do. In return, I'll restore your control of this territory. I've built... We've invested years of work in this camp. Why would we need your help? Four reasons, right there. Would you not prefer to move your wares freely? If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp gas. It's settled then. Elise will help you find the blighters. Так, ну хорошо. Только вот я одного не понял. Почему они сказали, что эти негры хуже знают болото, чем вот эти вот? Ну, что-то я сомневаюсь. Сильно сомневаюсь. Так, а это что у нас такое? Доп-задание или что? У контрабандистов можно достать малое оружие и боеприпасов. Ну-ка, давайте посмотрим. А, тут оружие, понятно. Предмет взять в руки. Боеприпасы. О, вот это нам нужно. Купить максимум. Левый контрол. Так, назад. Ничего себе мы потратили-то. 939. Ёкаламэне. Дорогое удовольствие. Но зато, как я понял, эта трубка и для госпожи. Карманные часы. Нафига нам карманные часы? Зачем? Непонятно. Так, ну ладно, спасибо. Хоть что-то мы купили. Давайте залезем на дерево. Вообще, возможно ли это? Как-то я сомневаюсь. С другой стороны, наверное, надо. Или вообще сначала на эту стенку забраться надо. Потом уже. А, нет. А, вот это дерево. Ага.
Я думал, Авелин на любое, совершенно любое дерево может запрыгнуть. Даже на это не может. Понятно все. Покуха. Ща. Ну как так-то? Она должна плавно тупо идти и... Ну, ё-моё. Нет, видимо, это тоже не оно. Ну, вы же не хотите сказать, что вот здесь синхронизация сейчас будет? Да ну нафиг, я не могу ни на то, ни на это дерево запрыгнуть. На какое тогда? Ну, смотрите. Как? Ступа, мой персонаж не хочет запрыгивать. Ладно, давайте забьем. Пойдемте дальше. Как тут все плавно вот так вот происходит? На консоли совершенно, совершенно другое все было. Кстати, ну-ка тап нажмем сейчас. Так. Тут, видимо, болото. Нет, тут все-таки другие локации. Смотрите-ка, открываются. Я думал, только Орлеан. Нет. И другие локации. Это хорошо, хорошо. Мне это нравится. Идемте. Вот какая-то, ну-ка. А, мы... Ну, давайте попробуем. Мне интересно. Так. Взаимодействовать. Удерживайте, чтобы двигаться вперед. Чтобы двигаться назад, поворачивайте. Ага, понял. Окей, плывем по болотцу. Классно было бы, если бы мы сейчас на аллигатора какого-нибудь накатились бы. Но, видимо, это один там аллигатор был. Скорее всего. Не, давайте пешком пойдем, потому что... Чё-то как-то... Долго. За ассасином мы, смотрите, как быстро уже бежим. А, ну нам как раз надо было уже покинуть. Так, чуть мы на картах тут сидим. Что такое? Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine then. And learn to use it right quick. Только я сказал про аллигаторов, конечно, сразу же. Они здесь будут. Smugglers. Such an ugly word. Even slavers are called merchants. Королева болот. Why can my title be Queen of the Bog? Protector of innocence. Paddling instructor. And champion of trade. Too long to fit on a water. Tell me, when did your troubles with Macandal's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. Угу. Так. This is as far as the water will take us. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. The other base is a little further along. There. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine. Аллигатор. Так, и что же нам делать-то с ним? Давай, дорогой, иди сюда. Ай-яй-яй-яй, сейчас загрызет, мне кажется. Ой, походу мы... Так-так-так-так. Да ёб твою, Япона, мама! Интерактивное тут все, блин. Я думаю, и самому можно все сделать. Нет. Прокатимся. На крокодильчике. Нет, ни хрена. Glad I didn't put money on that fight. What a last. And barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. Господи. Take it. Яйца аллигатора? А, такие яйца, ладно, ладно. Я уж думал. Ладно, я промолчу, о каких яйцах я думал. Господи. A woman among reptiles. Takes one to know one. Why, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base.
Ладно, погнали. Соберите все яйца аллигатора, чтобы получить особую награду. Бейте приспешников за 3 минуты. Так, понятно, конечно. А, так мы... Нафига нам садиться, когда вот что у нас? Ага. Так. Ёкаломаня. Вот смотрите, сейчас какой-нибудь аллигатор по любасу прибежит. Так, там контрабандист, ладно. Прибежит, говорю, приплывет. Ну, Авелина, ты не можешь забраться вот на это? Так, ну, короче, просрали мы задание за 3 минуты. Конечно, похрен, но... Ну, давай уже, шевели булками. Понятно, здесь мы тоже не приплывем. А чё она вот так-то плывет? Прячется, я не понимаю. Или я зажимаю какие-то клавиши? Так. Так, понятно все. Он своего побил, круто. Молодец, красава, что сказать-то? Ой, налево, направо. Блин, комбо только так и идут. До этого момента. Тихо. Блин, я ж забыл, как тут блокировать удары. То, что всегда на ПС играл. Ну все, ты должен сдохнуть. Умирай. Пока за деревцем ничего, даже успели мы доп задание. Так, достать письмо из сундука. Так, стоять. Так. Еще плюс денежек заработали, зашибись. Идут дела у нас. The day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing. But more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. Деньги 800. Ну что ж, поплыли обратно. Так, каноэ, иди сюда, пепочки. Обучение. Да я уже понял, может не обучать меня. Вперед, поплыли. Так, приплыли, походу. Или нет? Не. Нормально, держимся. Да нет, приплыли. Господи. Ладно. Давайте уж своим ходом. Ну-ка, как тут? Не, тут можно реально своим ходом. Зачем нам вообще каноэ? Когда по деревьям лазать наша Авелина умеет. Так. 7000 ешек. Неплохо. Все-таки для начала. Так. А вот тут уже дела наши обстоят. А нет, нашел я путь. Я уж думал, нам придется как-то неужто назад поворачивать, чтобы пройти. Хотя, вот этих аллигаторов, ну где вот они, где? Я не вижу ни одного вообще. Одного только, и то на берегу мы увидели. Так, вперед. Ну что такое? Это же мощная листва, ты не можешь пройти. Вот это камень какой-то. Так, а вот тут мы можем, да? Надеюсь, синхронизацию-то сделать или как? Тоже не сможем. Ну должна же по дереву забираться, или только по лиану. Да ну нахрен! Эти точки, блин. Видите, что творится? Ну бас, я не могу такое вот сделать. Так, нам свернуть надо. Могу, конечно, охранщика убить, но нафиг нам нужно. Так, следующее задание. Вперед на задание. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony.
Voodoo? Yes, but to what end? Power. What other end is there? Show them you've got the spirits at your back, especially the mean ones, and people do most anything you say. There's your real magic. Так, ну пошли, моя дорогая. Вперед, вперед. It's that way. Недалеко. Well hidden in the trees. Wait, I recognize those men. They're escaped slaves, hired from Saint-Danger. The Shantytown? Oui. Though it barely deserves the name. A cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Danger? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Так, ну пошлите. Ребята, тем временем, конечно, уже телепортировались куда-то. Так, проследите за слугой колдуна. Ну, естественно, по-тихому будем выполнять это. Понял, этих бедолаг не надо убивать. Ну, чё, я его вижу. Тихо. Спокойно, бедолага ты наш. Ай, твою ж дивизию! Ну как так-то? А как вы хотели, блин, чтобы надо было или трубкой все-таки пользоваться, или... все-таки по деревьям лазить, а? Я, конечно, умный, видимо. Ну, вот опять начинается. Спокойно, я вижу его. Теперь туда. Во-во-во, куда надо было. Так, а теперь сюда. Надо же смотреть. Так, сюда нельзя. Значит, по этим пойдем. Нет, обойдем это все. Не будем трогать его. Колдун следит, конечно. Хотя, вроде, они враги. Даже у них какие-то есть рабы. Хотя, не-не-не, это не рабы, наверное, просто рабочие. Да, а то какая-то несуразица у негров свои рабы. Тихо. Так, как же нам? О. Так, его не убивать, да? Надо. Или убить? А, надо убить. Ну все, убиваем тогда. Так, сокровища тут какие-то, я смотрю. Конечно, обыщем. Как без этого-то? My faithful acolyte, preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of Saint John. Assemble my followers. Угу. Ну ладно, пойдемте. Так, не-не-не, только не этим путем. А стоп, а у него чем-то есть? Подобрать за... Что такое? Как? Да ну нафиг. Не убивать никого, кроме слуги. Ну простите. Забрать добычу. Я хотел просто забрать добычу и все. Деньги. Сумка с патронами. У них по-любасу яд должен быть. Я прав? Комплект дротиков. Нет места. Нифига себе. Такое чувство, что мы вот его используем, этот яд, а он не кончается. Хотя, я же проваливаю эти дела, поэтому, наверное, он и заполняется. Ладно. Доп задание это действительно, вот, не знаю, для чего. Я понимаю, если бы достижения какие-нибудь давали, хотя, скорее всего, так и есть. В Uplay дают, а? Достижения в Uplay? Да кто, кому это вообще нужно? Вот в Steam еще да, то есть, как бы, с другом можно писькой помериться. А в Uplay, да кто там сидит? Мне кажется, это ни к чему. Так, все, убили мы колдуна, плюс двух еще там... Ой, не колдуна, а слугу.
Et puis... Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Angers, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. Да, что-то тут нечисто, нечисто, ребята. Что-то вы, походу, темните. Поди-ка, ладно, пойдемте. Это задание. Полюбаться что-то темнят. Это я уже вижу. Да, но эти болота, конечно, уже меня достали, реально. Сколько можно вот так бегать? Даже не о чем поговорить, понимаете? Я-то люблю экшен, там есть... А темы я даже не заготовил. Можем, в принципе, поговорить о Сочи 2014, но мне кажется, это всех задрало. Хотя, давайте, почему бы и нет. Как там наш дядя Пуже практически ни хрена ничего не подготовил. Как там приезжали уже какие-то немецкие... Ну, вообще там приезжают же... Блин, как бы сказать-то... Участники, имеется в виду, всего этого соревнования. Вот приехали немецкие спортсмены. Говорят, что это просто ужас. Что здесь никаким даже олимпийским духом и не пахнет. Ну, если вы смотрели, конечно, видео. Вот. На вот эту тему. Ну, я так интересуюсь, смотрю. Что Сочи говорит, что нахрен вообще это нам все сдалось. Что не нужно нам это все. Ну, это действительно так, потому что, во-первых, говорят, что электричества не хватит на город. То есть, электричество все будет на Олимпийские игры же направлено. А они как бы будут в ночи сидеть весь город. Это, конечно, прикольно. Так, кто это у нас? Ну-ка, давайте посмотрим. Енотик, что ли? Иди-ка сюда, мой друг. Че, енот, что ли? Реально? А, тут охоты, видимо, еще не добавили. Да, нельзя убить енотика. Ладно, пошлите. Так вот, потом, что там еще говорят, что, ну, немецкие спортсмены говорят, что нас сразу пытаются обмануть, мол, втридорога что-то продать. Ну да, это же, это Россия, что вы хотели, блин. Так и надо с немецких спортсменов еще больше, блин, с них сдирайте, давайте. Вот он, русский менталитет, действительно. Увеличиваем мы цены. Потом, что там, семьи говорят, что лишились уже места, потому что дорогу уже строят. Кстати, был подобный, как бы, такая сценка в «Большой разнице», когда Шрека выселяли, типа, потому что дорогу строят. Ну и тут так же. Сколько же, знаете. Так, все, мы наконец-то дошли. Elise! Aveline! Does Macandal still live? He's holding a ceremony tonight. Venerable one, I bring supplies from Roussillon. Thank you. This Macandal is a dark influence over the people of Sandange. If you can stop him, I will help. Yes, his shadow emanates from the shore of Lake Pontchartrain. He has a poison in his possession, from which you will not recover if stung. I will give you the antidote, but it will not stop the poison.
only limit its damage. Time is short. You must take this now. Прям какой-то Малахов плюс. I've had worse, I think. Thank you. We'll strike tonight. I'll disguise myself as a slave, so that I'm invisible to Macandal's followers. I'll be ready when you are. St. John won't know what hit him. Устроим, устроим. Так, использовать личину рабыни, чтобы продолжить. Окей. Это легко мы сделаем. Так, где тут? Так. Тут, что ли, как-то переодеться можно или что? А, вот. Блин, покупать это все? Ну, ёкало мэне. Деньги минус 500. Куплена гардеробная. Хоть бы эта гардеробная какие-нибудь нам деньги что-либо приносила, но нет. Так, для себя только. Чисто для себя строим. Так, рабыня. Вернуться к Элизе. Так, все. Готовенькие мы. How long have you been working with Roussillon? Years. Is he your... well... God, no. No. Don't get me wrong. I pluck my eye out for him. But I wouldn't bet the lech if he were the last man in Nouvelle-France. How do you know him? Tous... Roussillon saved my life once, long ago. I figured I owed him, so I helped him expand his business. The old devil showed me a few tricks, too. Taught me his trade, if you will. Of course, I do all the work. Да блин, вот куда она поворачивает? Сама, между прочим, не я. Well, here it is. The realm of the dead. Homey, ain't it? Слушайте, они крадут ли тут сюжетку со... пиратов Карибского моря. Потому что во второй части так же было, или в третьей. Но я точно помню. Какие-то племена там, тюмба-юмба. If you make good on your word. Fear not, senor. I was trained by... I know only too well who your master was, Baptiste. Just remember where your loyalties lie. I shall not fail you. See that you don't. My faithful acolytes, stand ready. The time of our ritual is now. И что ж мы будем делать? У девственницы сердце вырывать из груди или что? Незаметно проникнуть на место проведения церемонии, Лиза. Лиза, ты умеешь? Да, умеет. Так, в принципе, мы же за рабыню как бы играем, можем пройти, но... Так, оружие. Прости, мой друг, но ты уже в царстве мертвых. Двойное убийство еще надо сделать. Тихо. Главное, чтобы не заметить... Так, отлично. Я уже думал, он упадет. Тогда вообще шикарно все было. А вот и двойное убийство наше. Готово. Тихо. Как он побежал-то? А чё он побежал? А, он же Элизу, наверное, увидел. Понял, хрен. Понял. I'll approach from the far side and create a distraction. Wait for it before you move. Oui, oui, mon capitaine. Умного. А, ну она отвлечь хотел. Да. И куда они вот убежали, я не понимаю. В воду погрузились, на дно, что ли? Ой, танцуют мамбы, тюмбы, тюмба-юмба. К
Как бы тут одни мужики, тут баба. Нифига себе! А, your blowpipe. A beautiful weapon. Он... One of the finest I ever made. С одной рукой. I remember the day that coward Agate stole it. Feeling he should remain too spineless to face me. But I have captured his pawn. Now he will be forced from hiding. How do you know Agate? So he is here, as I suspected. Agate was my disciple once, if not for that thieving woman. Who are you really? The true Macandal burned at the stake. Поди выжил. I see. You know your history. Very well. François Macandal was my mentor, and an assassin, but he failed. She betrayed us, and he died. I won't make that mistake before I carry out his life's destiny. The poison fails? Так, телохранитель убиваем. Да, блин, смотрите, смотрите, какой. Тут только контратаки помогут. Swift, precise. My treacherous brother has trained her well. А, понял, как разоружить. Not interfere with our plans. Все, вспомнил. Лже Макандаль. Тихо, сзади. Не понял, ты как получилось-то, что нас атаковал даже без красного значка? Непонятно. Жизни-то не очень много. Ни хрена себе! Он пощечину нам просто вдарил, и все! Офигеть! Из-за пощечины мы умерли! Вот это поворот! Так, ну ладно, сейчас попробуем. Тихо-тихо, размахался тут. Я теперь понял, как их. My treacherous brother has trained her well, but she will not interfere with our plans. Ничего себе, двоих аж. Тихо-тихо, двое, ну я Е нажил. Размахался тут. Сзади. Ага, понял. Это непростой ублюдок этот. Точно, когда он махает, его просто можно убить. Then I will take care of you myself. The ceremony will go on. You cannot stop it. Чё за бред такой? When I am done with you, I will destroy your mentor. Сидеть с одной рукой. Ну давай, потанцуем. Так сказать. Это все. Я ожидал чего-то большего. By your hand, Agate betrays me one final time. Look at you where. I know it well. The first time Agate betrayed me, it was for the woman. The thief. She wore one just like it. Who was she? What was her name? What was her name? К сожалению, мертвые не говорят. Если, конечно, его не оживить. Иванова ночь. Выполните двойное убийство. Гражданин Э, где-то рядом. Найдите и убить. Гражданин Е. A missing piece of the puzzle. И чего? А что это за гражданин-то? Если мы от первого лица играем. Вот это, конечно, по-настоящему круто было бы, если бы мы от первого личика бы.
Так, Abstergo Entertainment думает, что... Надеюсь, он ошибается. Я взломал их систему и обнаружил, если ну просто так тебе ее не узнать. Чтобы где он? Поймай его, если увидишь правду, откроется тебе в дополнительном рынке. Если будет время, я оставлю тебе и другие подсказки. Найди их. Эрудито. Вот так вот. А там можно и без этого вроде открыть. Там просто награду за 30 юшек. Я так вот называю юшки эти, блин. The nobles of New Orleans shall perish by poison, and the slave shall be avenged. My mentor's work will be complete. And control of the river will fall to those who know what to do with it. Then I will be inducted into the Templar order. As agreed, if you make good on your word. Fear not, senor. I was trained by... I know only too well who your master was, Baptiste. Just remember where your loyalties lie. I shall not fail you. See that you don't. Так, ну это мы увидели. My faithful acolytes, stand ready. The time of our ritual is now. Только он сказал вроде, то, что он тамплиером хочет быть. Такого он вроде не говорил первый раз. Так, плакатики, 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 снимаем их. Че это вот они тут, да? Конечно, будем сейчас срывать. Так, ты куда ты там свистишь? Так, еще два плаката и все. Так, это враг? Украсть. Какой же это мирный житель, если он подсвечивается? Нахрена так делать-то было? Да. Деньги 78. Так, где-то еще один плакат был. Не убивало. Ну я уж понял. Только тут какого-то хрена можно убивать. А, это, наверное, или глашатый был, или все-таки... Так, 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 так. Вот какой дурак сюда-то повесит этот плакат. Блин. Ладно, погнали дальше. Там, кстати, какой-то значок новый появился. Давайте посмотрим. Вперед, вперед, вперед. Мне, например, интересно. Так, и... Что-то я не могу понять. Давайте в табе посмотрим. Что же это все-таки означает? Так, 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 конкуренты, сыщик, заговор, контракты. Так, что, все что ли? Алло. Так, так, сокровище. Быстрое перемещение. А-а-а. Понятно. Ладно, будем знать, будем знать. Только, правда, я не понял, как его использовать. Скорее всего, надо... воду на этом каноэ, что ли, да, плыть. Ну, это лишь мое предположение. Точно не знаю, что будем делать. Так, вперед, вперед, вперед. Авелина. Тихо, тихо, нет. Ну, я ожидал от аллигаторов чего-то большего. Потому что как в четвертом-то было, это... Что-то с чем-то. На каждом шагу они. На каждом. Просто вот нельзя просто взять и не наткнуться на аллигатора. А тут, смотрите, все чистенько, не? Видимо, только вот эти вот надо искать места. Где эти крокодильные рожи, блин, обитают. Только в некоторых, видно, местах. А интересно, тут быстрое перемещение, кстати, работает или все-таки ни хрена? Так, где наше задание? Так, 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 так. А, ну вот, да? Гардеробная. А, мы точку обзора вроде даже и не это не открыли. Точно не помню. Так, так, сундучок. Сундучок нам пригодится. Только где этот сундук? В воде, что ли? Или мне кажется? Видите, ничего нет. А,
На дереве, ну куда ж ты, Авелина, блин? Вот, давай, запрыгивай, давай, прыгай. Не сможешь, что ли? Я, блин, не сможет. А, ничего себе! Вот так-так. Мнение 750, неплохо. Ну можно же сюда запрыгнуть, нет? Да, можно. Только нахрена, блин, это надо было делать. Так, что же наш мастер скажет вообще об этом? Прикиньте, это не уже. Может, он переродился? Говорят же, есть как она называется? Реинкарнация. Как-то так, в общем. Так, тут не пройти, что ли? А, не, можно. Так. Реинкарнация, говорят, что есть. Ну, некоторые думают. Я, например, тоже верю, но только... Как бы сказать, насчет того, чтобы мы в кроликов или в животных вообще превращались, по-моему, вот это бред. Кажется, мы умрем, да и опять воскреснем в другом уже человеке. Ну, я так думаю. Не уверен. Насчет рая или ада. Let us be thankful it did not come to that. If it had, our brotherhood... Well, let us not dwell. You have destroyed the hornet's nest in the bayou. At least for now. De Ferrer will have his day. Темнят что-то, а? Так, достижение получено, часть вторая. Сразу закуска, записи, воспоминания в анимусе. Когда раскрылся тот факт, что Агате знал ее мать, Жанну, и решил утаить это, отношения между наставником и ученицей стали натянутыми. Де Феррер возвратился в Новый Орлеан, и Авелина удваивает усилия по защите горожан. Но я и говорил, что что-то он вот темнит, собака. Так, прошло 3 года, бывшая французская колония теперь во власти испанской короны. Экономика процветает, пока не начинается... Не, ага. Какой год, блин, что-то я не увидел. Секундочку. Годик смотрим. 68-й, то есть батя еще не умер. Еще 9 лет, что ли, ему жить. Дожить. Хреново знать, что заранее... дату смерти родственников. Спокойно. Что? Я просто вот так вот пробежал. Офигеть. Так, ну нафиг он нам нужен. Не будем мы их обвораживать своей просто идеальной красотой. Идемте задание брать. Так, что там нам сказали? Допросите пьяного капитана, во что бы ни стало. Сеньорита. Bonsoir. I'm a friend of Captain Dominguez. Is he on board? At this hour, el capitán is at the tavern. Where else? Thank you. В таверне. Ну ладно, пойдемте. Сейчас переместят, наверное, да, нас? Да, и вправду. Так, найдите Домингеса у таверны. Нифига себе, тут какие-то баррикады, блин. Нам придется так идти, обходить все это. Поди-ка и обвораживать кого-нибудь придется, да? А нет. Ну, типа запрет. Господи. А, мы с этим капитаном вроде виделись. Да,